привет! Мы продолжаем путешествие. Сейчас находимся в Кемере, в Анталии, в отеле Ланкора Бич. И сегодня я вам покажу несколько типов номеров, какие есть. Отель Ланкора позиционирует себя как отель 4 звезды. Приглашаю посмотреть, какие есть номера в этом отеле. Нам любезно предоставил показ шеф. И как зовут? Вот из... Яхья. Очень красиво, очень приятно. Идем смотреть номера сьют. 466 номер. Так выглядит номер. Здесь. О, красота какая. Балкончик. И вид на море. Очень красивый. На наш сад, на парк. Видно парк. Весь Кемер. Очень красивый вид. Балкончик. Стоит два стула, стол. Так парк выглядит. Два кресла. Здесь холодильник. Набор для чая. Большой телевизор с зеркалом. Вторая комната, спальня. Двуспальная кровать, тумба, шкафчик, зеркало, шкаф, в шкафу есть сейф, и вот так выглядит сьют, очень красивый, приятный номер. Это раскрывает. Окей. Здесь раскрывается и еще получается два спальных места. И здесь санузел. Санузел, душевая кабина и туалет. И пополняется здесь моющий. Вот так разбирается. Угу. Отлично. Thank you. Nice room. И есть еще уголок. Вот здесь повесить можно одежду. Зеркало большое. Money sense. О, вот он служил в армии в прошлом году. Only 1 year? Only 1 year. Mm-hmm. Normally six months. Mm-hmm. But I do 1 year. Oh. Nice to meet you. Thank you. Наш номер в конце коридора. Номер 444. Номер Comfort Room. Достаточно просторный. Большая двуспальная кровать. Шкаф. В шкафу есть сейф. Сейф платный, $3 в день. Телевизор. Тумбочка. Здесь тумбочка для чемоданов. Мы тут себе прикупили масло оливковое и гранатовый соус. Телевизор. Три канала российских. Россия 24. А, РТР. Остальные каналы не работают. Зеркало. Кондиционер. Все спрашивают меня по поводу кондиционера, что он шумный. Нас не беспокоит кондиционер. Работает хорошо. Тумба, балкон, па-пам, вид с балкона у нас на море. Здесь построили чайный домик, в этом году раньше не было. И на втором этаже очень красивая терраса такая с видом на море. Можно посидеть, попить кофе с пирожными. С 3 до 6 работает чайный домик, подают бутерброды, печенье, булочки всякие, кофе, чай и холодный кофе. Внизу у нас бассейн и
зона бара начинается, тут кресла стоят. И вот так вот выглядит номера. Стандарт, комфорт внизу. Мини-холодильник. Воду кладут один раз при заезде, две бутылки. Потом можно брать в баре. Тут мы уже купили оливки с собой. Зеркало, чайник, две кружки. Чай не пополняет, можно брать в баре. И санузел. Санузел достаточно большой, совмещенный. Здесь умывальник, шкафчик есть. Внизу нам кладут полотенца большие. Полотенца для рук, полотенца для ног. Туалетную бумагу здесь оставляют. И каждый день пополняют мыло и две бутылочки шампуня и гель. Вода в душе. Напор хороший, сантехника вся хорошая. Вода горячая есть. Постельное белье меняют раз в 3 дня. Вот как раз сегодня нам поменяли. У нас была одна простынь и одно одеяло. 4 подушки, мы пользуемся только 2 подушками, убрали остальные в шкаф. И попросили еще одну простыню, потому что вот выдают такую пикейную, она достаточно узкая на 2 человек. Стандартный номер, номер комфорт. Здесь балкончик есть. Балкончик выходит на центральную улицу с магазинчиками. Комната небольшая, поменьше, чем у нас. Все то же самое: телевизор, холодильник, чайный набор и санузел. Санузел с душевой кабиной тоже небольшой. Все комплектовано одинаково. И шкафчик есть. Шкафчик, в шкафчике сейф есть. Вот такой номер стандарт. Thank you. На 1-м и 2-м этаже номера Карт-Риар. Вот так они выглядят. Находятся над рестораном и бассейном. Вот внизу ресторан. Номера эти с окнами в общий коридор. Вот так все это выглядит. Номера небольшие, и сейчас на примере мы покажем, как выглядит номер Карт-Риар. Есть терраса, столик со стульями, сушилка. И идем в гости. 14. Гостей ждете? Мы пришли смотреть номер. В номере двуспальная кровать, 2 столика, типа тумбочек, кресло. Вот так выходит окно на общий коридор. Здесь может ходить публика. Престенный столик, зеркальце, телевизор. Есть русские каналы, 3 канала. Первое, 24-й, Россия. Здесь полочки, шкаф. В шкафу есть запасное одеяло. Сейф платно. $3 в сутки. Здесь холодильник. Холодильник не пополняют. Вначале стоит 2 бутылки воды. Здесь еще полочка. Зеркало, 2 светильника, телефон. И кондиционер. Кондиционер, правда, дует прямо на кровать, потому что расстояние здесь небольшое. Номер примерно 9 квадратов. Здесь санузел, душевая кабина, унитаз. Полотенца меняют каждый день. И пополняют шампунь, гель для душа, мыло. Есть фен.
зеркало. Номер чистый, после реновации, в принципе, приятный. Единственный минус, конечно, что он небольшой и выходит на общий коридор. Вот такой номер еще с видом на море. Здесь есть кровать. Здесь есть балкон. Вид на море. Вот такой. Телевизор, шкаф. Здесь тумбочка и санузел. Душ. И унитаз. Напротив балконы номеров комфорт, но у всех балконы разные. Есть балконы большие, есть поменьше, есть с видом во двор, есть частичным видом на море. И вот номера комфорт вдоль, они смотрят на соседний отель. Вот такой еще есть угловой номер. И он как раз выходит на ресторан. Думаю, тут весело приходится. Отличная погода, в море полный штиль. Температура сегодня 36 градусов, температура воды 22 градуса. Погода отличная, всем хорошего дня, отличного настроения. До новых встреч!